Привет, малыш! Давай сегодня поиграем с кубиками. Посчитаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кубиков у нас. Давай посмотрим, что на них изображено. Это белочка. Посмотри, у нее желтый хвостик. Это котик. Котик говорит мяу-мяу. Это гусь. Гусь говорит га-га-га-га-га. Это птичка. На ней 3 цвета. Белый, синий и красный. Это ежик. Ни головы, ни ножек. А это петушок. Петушок говорит ку-ка-ре-ку. Следующий кубик. Это юла. На ней 3 цвета. Красный, белый и голубой. Это песочный набор. Ведерко и лопатка. Это пирамидка. Смотри, у нее 5 фигур. Это мячик. Любишь играть в мяч? Ой, какая куколка! У нее розовые щечки. А это лошадка. Лошадка делает иго-го. Посмотрим, что дальше. Это юбочка. Она голубая. Это платьишко. Платьишки носят девочки. Оно тоже голубое в белый горошек. Это свитер. На свитере нарисован мишка. Это штанишки. Штанишки голубые и желтый поясок. А это шапка. Шапку носят зимой. А это туфельки. Смотри, какие бантики на носиках. Давай дальше. Это груша. Какая красивая, а, наверное, какая вкусная. Это виноград. Ты любишь виноград? А это арбуз. Арбуз, кстати, ягодка. Большая, правда, ягода? Это клубничка. Вкусная ягодка. А это вишенка. Тут нарисовано 2 вишенки. Давай посмотрим дальше. А это ананас. Ананас сверху с елочкой. Давай дальше. Это часики. Часики показывают, сколько время. Это кружечка и тарелочка. Потом попьем чай. Это телефон. С его помощью можно позвонить. Это зонтик. Его возьмем, когда на улице будет дождь. Это книжка. Мама сегодня вечером нам прочитает сказку. А это очки. Иногда они нужны для лучшего зрения. Остался последний кубик. Это грузовичок. У грузовичка зеленый кузов. Это велосипед. У тебя уже есть велосипед? Это кораблик. Кораблик – водный транспорт. Это самолет. Самолет – воздушный транспорт. Это вертолет. Посмотри, какая у него вертушка. А это машинка. Красная машинка и зеленые колеса. Малыш, надеюсь, тебе понравилось с нами. Подписывайся на канал и смотри наши новые видео. Пока-пока!